Ну вот с наступлением осени постепенно начинают спускать гусарских овец с горных пастбищ вниз, в долины. И вот мы здесь видим 100 овцематок Оджи Ибраима Булукалонова, которых он спустил для продажи специально. Здесь овцематки от 4 до 6 лет. Все уже покрыты кучкарами, все, то есть беременные. Он их спустил для продажи, то есть сейчас они находятся, вот вообще они пасутся в Сиаме, в верховьях реки Сиамы, а здесь уже спустили их вниз, это Варзобское ущелье, вот такая вот красота. Несмотря на то, что в окрестностях Душанбе сейчас стоит жара 35-40 градусов, здесь вот такая вот благодать такая, райское место. Здесь вообще Варзобское ущелье славится своим особым микроклиматом. Здесь протекает река Варзоб, вокруг вот такой вот микроклимат, где люди, душанбинцы и все таджикистанцы любят отдыхать. И вот мы можем наслаждаться вот таким великолепным видом этих элитных овцематок гисарских. Оджи Ибраим Булукалонов – потомственный гисаровод. Его отец был героем социалистического труда, гисаровод тоже. И они потомственно занимаются вот гисароводством. Сам Оджи Ибраим – кандидат наук в овцеводстве. И вот таких вот результатов он добивается. Его овцы, конечно же, элита, одни из лучших в Таджикистане. Ну, это вы можете сами видеть, посмотрите, какие великолепные животные. Ну, что еще хочется сказать, что много очень просят телефонов переговорить, чтобы узнать нового чего-то от специалистов. Вот я поэтому телефон их оставил, сразу написал. Внизу в бегущей строке там есть. Вот кто желающий, может поехать к нему в гости, посмотреть вот таких великолепных овец. Мы ждем от него новых видео. Он обещал прислать еще видео своих кучкаров и овечек этого года. Будем смотреть, будем ждать. А пока что наслаждайтесь вот этими прекрасными видами и великолепными гисарскими овцами. Настоящими, без всяких примесей, неподдельных и самое главное, что чистокровных.